Привет! Сегодня я делаю пирог с рыбкой. Нам понадобится мука, масло, еще масло, кефир, соль, сода, рыбка, лук и картошка. Муку надо высыпать вот эту чашку. Открываю масло. Все масло. И мясо в масло. Нужно кефир вылить в чашку, потом добавить соли и соду. Так. Нужен есть кефир. Теперь соль. Выливаю соль. Теперь соду. Теперь нужно лук пожарить. Нужно налить масло. Выливаю немножко масла. Теперь я высыплю лук. Все. Теперь нужно пожарить лук. Лук пожарился. Теперь нужно порезать рыбку и картошку. Беру. Рыбку одна внизу, да? Вот рыбка, первая рыбка, теперь порезаем рыбу, вот это первая рыба. Попарили. Я резу картошку. Так, рыбу. Застыла, стоит. Теперь картошку, лук, и теперь все перемешаем. Нужно добавить соль и перец. Так, возьму я одну чайную ложку, посыпаю. И теперь надо перемешать. Начинка готова, теперь нужно делать тесто. Выливаю вот сюда. И перемешаю. Теперь раскатываю. Так много начинки. Я раскатываю тесто. Теперь нужно пирог залепить. Я залепляю пирог. Подписывайся на канал Настя. Пока-пока.